Так, сыр у нас в холодильнике, охлаждается, как я вам и говорил. Сыворотка — это тоже очень ценный продукт. Из него можно получить еще один сыр, рикотта. Вот. Нужно иметь под рукой яблочный уксус, 50 граммов. Обычный яблочный уксус. Вот. Нагреть сыворотку до 95 градусов. Ни в коем случае не кипятить. После этого дать постоять минут 10, влить туда яблочный уксус, накрыть крышкой и подождать. В отличие от первичного сыра, сыр рикотта, он будет всплывать вверх. Тут мы его соберем вот такой вот штучкой. Поставим стекать.